Все лето у меня обитает на подоконнике вот этот голубь или голубка, я в них не разбираюсь. Я иногда его называю он, иногда обращаюсь как к ней. У него покалечена правая лапка, поэтому я его запомнил, вот он хромает. Он прилетает каждое утро и сидит здесь у меня на подоконнике. Я его подкармливаю постоянно. Но, наверное, он сытый уже, поскольку он почти не ест. А когда я подхожу, ну вот сейчас немножко испугался, наверное, камеры. А когда я подхожу, он вообще есть перестает и смотрит на меня. Смотрит и все время вот так вот смотрит, смотрит. Как будто бы что-то хочет сказать, что ли. Иногда он переступает вот этот порожек и даже заходит в окошко. Но чаще деликатно сидит на подоконнике. А потом прилетают большие, толстые, здоровые голуби и прогоняют его. И начинают жрать то, что я насыпаю ему. Я пытаюсь этих голубей отгонять. Мне этого жалко. Но он тоже пугается и улетает. Поэтому он такой немножко напуганный. Я его нечаянно напугал, отгоняя этих голубей. Но речь не об этом. Глядя на него, я почему-то вдруг сегодня остро подумал, а может быть, это и есть то самое переселение душ? Может быть, это кто-то из моих близких. Вот прилетел, смотрит, сказать ничего не может. Нас окружает огромное количество таких животных. У меня было две или три кошки, которые казались, ну, абсолютно родными, с которыми происходили очень мистические события. Они как-то неожиданно, но очень странно попадали ко мне, и, как правило, трагически уходили. Причем уходили в те моменты, которые были для меня тоже по-своему роковыми. Но это отдельная тема. А вот этот голубь или голубка, все-таки не понравилось ему, что я рассказываю. Вот, а этот голубь или голубка сегодня буквально меня натолкнула на мысль, что а почему это не воплощение чьей-то души? Не знаю, может быть, родственников моих близких, может быть, какой-то из любящих женщин, может быть, даже мамы, время от времени прилетает на этот подоконник, смотрит на меня и сказать ничего не может, потому что в другом теле, в другом воплощении. Ну уж очень какие-то странные взаимоотношения у них со мной.